Ну что ж, мы сегодня продолжаем коп на поле, на котором последний раз я нашел 15 копеек 15-го года. Но сегодня собирается дождь, небо такое очень хмурое. Но несмотря на это, мы помаленьку сегодня будем копать. И вот первая цель, что у нас сегодня вылезла, вот такая... Вот такая гильза. Гильза от пулемета, от пистолета, что называется. Ну, это, конечно, не от пистолета, от пулемета какого-то. В общем, пока мусор. Вот. Идем дальше. Будем надеяться, что это не единственная находка сегодня будет. Кормушку непонятную, пустую. Давно тут не стопала нога человека. Что-то тут кто-то... Ну, явно какие-то зверьё питались. Водопой рядом. В общем, тут вокруг ничего не звенит. Пойдем дальше. Находка вроде рядовая. Нашел гильзу, такую же, как первый раз. Сидела глубоко там. Но смысл в том, что вот смотрите, внутри там обнаружилась газета. Свернута три кусочка газеты. Я ее расковырял. Но сейчас понимаю, что если я начну эту газету разворачивать, я тут все сопорчу. А мне интересно хоть пару слов прочитать, что там написано. Поэтому мы эту гильзу откладываем до дома. Дома аккуратненько ее разбираем. Хотя бы понять, а вдруг там интересная какая газета, какого года. Я ее раскрутил сколько мог, первый кусочек. Там их три. Один, два и еще там внутри сложено. Но факт то, что прочитать буквы видны, но боюсь раскручивать, разорвется все нафиг. Вот, поэтому вот такая вот гильза, но ждем, что будет дальше. Может, ничего толкового, но с целью познавательской, чисто с познавательской целью мы это дело раскрутим. Все, идем дальше походить. Ну что, набрел на очередное чудо природы. То есть вот такая поляна среди кустов, не заросшая, а посреди поляны елка стоит красивая. Если бы это было зимой, ну, было бы вообще ощущение сказки. То есть, что странно, поляна ничем не заросшая, кустами не заросшая. Такое впечатление, как будто она жилая раньше была. И при этом елка красивая, ровная, вот такая вот стоит. И там, если хорошо вглядеться, посмотреть, сейчас подойдем, то там помимо елки еще и сосна вросла где-то. Во, дружба, ели с сосной. Вот видно. Тут, значит, вот она елка и вот она сосна. Вот елка и вот сосновые ветки, длинные иголки. А вот елка. И вот два ствола идут. Один елка, второй рядом, вон там сосна. Чудо. С одной точки практически. Ну вот. Такое чудо природы. Да. А поляна пустая. И ничего не звенит. Ну, чернота какая-то там позвякивает. Ладно, идем дальше. Нашлась еще одна такая гильза. Но теперь внутри, по-моему, патрон лежит. Что-то мне кажется. То есть, там была бумажка, а здесь... О, видите? Что-то тут... Патрон реально. Или что-то. Попробуем достать.
Что-то тут интересно, что-то на этом поле какие-то заколдованные гильзы находятся все. В одном гильза, патрон, в другом какая-то хрень. Достаем, что тут достаем. Сейчас мы ее развальцуем. Да. Так вот, интересно получается сегодня. Монет нету. Гуляю тут. Ух ты! Интересно, девки пляшут. Как это так? Внутри оказалась пуля от этой гильзы. Но что парадоксально, засунута она была вот так. Ну чудо, чудо. Кто это сделал? Зачем? Какая пуля цельная? Надо посмотреть капсуль. Целый или готовый? Нет, капсуль целый. Значит, разобрали ее чисто для того, чтобы это самое, порох выбрать. Или битый все-таки? Не, битый, битый. Есть. Хотя непонятно, там битый, когда он хорошо битый, а тут... Не, целый, целый, целый. Вот такая вот штука интересная попалась. Первый раз такое вижу. Ладно, бывает там. А тут гильза засунута так вот, под пули ее туда-назад. Ну, видимо, ради пороха, как я понимаю. Порох помаленьку использовали. Когда он кончился, гильза просто выкинута была. Сегодня уже четвертая, по-моему. Четвертая. Но это наконец-то пустая. Пустая, пробитая. Ну вот, еще одна гильза. Что ж тут такое? Такое впечатление, что тут кто-то в разных местах. В разных местах раскидывал эти гильзы. Ну, значит, какая-то войнушка была. Что же делать? Хочется сказать, что копаем до первой монеты. Ну, я так понимаю, сегодня мне монеты не светят. А вот, вот такой кусок. Но явно это остаток какой-то монеты. Даже какие-то, ну, если почистить, будут какие-то видны эти, хотя хреново, ну, медная звенит как монетка, но это явно там какой-то орнамент виден, как мне кажется, это часть какой-то монеты. Ну вот, не целую, так хоть часть нашел.